Очистные сооружения, они были построены в советское время. В настоящее время разрабатывается несколько проектов по реконструкции очистных сооружений. Они нам нужны, потому что мировая практика уже ушла далеко вперед. Воду с очистных сооружений в Европе и во многих странах используют как повторно, вторичную. Некоторые занимаются выращиванием рыб. По очистным сооружениям есть целый ряд проектов, которые мэрия будет воплощать. Да. Мы должны понимать, что очистные сооружения – это очень дорогое удовольствие. Это дороже них, наверное, метро, либо замена теплосети.